Здравствуйте, мои дорогие, и сегодня будет супер видео с супер палеткой. Макияж лица у меня уже сделан, просто давайте сделаем с вами макияж глаз. Такой вот палеткой, я совершенно случайно ее купила, можно сказать, на сдачу. Она стояла в каких-то стендах, которые даже ни к какой марке не прикреплены, просто такой навал косметики супер дешевой. Вот я туда случайно заглянула и увидела, что там эта палетка. Мне понравились оттенки в ней, и я подумала, ну 100 рублей, не так уж и жалко. На самом деле очень достойная палетка, очень хорошая у нее пигментация для 100 рублей. Это китайская косметика какая-то, Мейс, не знаю даже такую марку. Очень долго держатся тени, то есть их не нужно даже сверху закреплять каким-то спреем, который фиксирует макияж, да. Я наношу их, как всегда, на консилер, то есть у меня на веках даже нет какой-то специальной базы, и все равно они благополучно целый день держатся, очень прочно, не тускнеют, не осыпаются, что важно. Короче, супер достойная палетка, которую я совершенно не ожидала, что будет таковой. Тут есть еще такое зеркальце даже. С этой стороны не знаю, насколько оно удобно для применения, но тем не менее. Еще был здесь в комплекте спонжик, но это все уже блажь. Вот, так что поехали, сделаем макияж с этой супер бюджетной палеткой.
Ну вот и все, такой вот простой макияж, в принципе, я его каждый день делаю, это мой стандартный макияж, просто с такой вот бюджетной палеткой. Я надеюсь, вам понравилось, палеточку возьмете на заметку, потому что 100 рублей для такой палетки это очень круто. Все, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь и пока-пока.